Кратко, ребята, о проделанной работе, что было сделано за 23 года существования транспортной компании. Очень прибыльная, кстати, вышла. Смотрите, построена очень длинная ветка, которая соединила у нас два города, и настроены были гибридные перевозки. Как видите, на данный момент у вас на картиночке находится состав гибридный, в котором есть как пассажирские вагоны, так и грузовые. Очень прибыльные составы, но на данный момент на этой ветке их слишком много. Мало. Нам пришлось взять кредит, чтобы запустить хотя бы три состава, чтобы у нас была частота именно разгрузок намного чаще. Но это мало оказалось, мало, ребят. Мы сейчас пока находимся в небольшом кредите, ну как сказать, не в большом, 25 миллионов. Я немножко за кадром там нафармил, ну совсем немножечко, чтобы у нас был запас. Смотрите, в городах у нас на станциях была сделана вот такая вот дуга, как реалистичный разворот от станции. Очень прикольно выглядит, даже когда разворачивается поезд. Был использован отгрузочный пункт, вот этот вот отгрузочный пункт в виде склада. То есть, если в городе у нас излишки товаров, то они складируются на станцию. И, естественно, эта станция их отвозит грузовая в другой город. Естественно, мы получаем еще больше прибыль. Очень, короче, выгодно у нас все получилось. Если вы хотите более подробно посмотреть, что происходило в трех сериях, загляните, пожалуйста, в плейлист, который находится под видео. А на сегодня у нас совсем иные, другие задачи. Это как можно больше отдать кредит и чтобы мы уже уходили в чистый плюс. Хотя мы и так уходим ежемесячно по миллиону в плюс. Это чтобы отдать полностью весь кредит, нам понадобится около 25 лет. Это очень долго, ребят. Очень-при-очень долго. Надо, короче, сделать, чтобы мы отдали кредит намного быстрее. Есть у меня одна идейка, которую мы будем сегодня осуществлять, а это именно настроим поставочку инструментов в город. И излишки инструментов, естественно, будут поставляться в другой город на составах, которые у нас железнодорожных, и у нас будет идти хорошая прибыль. Очень будет длинный маршрут, к сожалению, не могу я проложить туда ЖД-ветку, даже если смогу проложить туда ЖД-ветку, у нас не хватит денег на локомотивы, ну, сами понимаете. Что начнем, сейчас покажу вам, что я буду делать, насколько у нас будет длинный маршрут, насколько у нас будет большая прибыль. Я надеюсь на это, что у нас будет большая прибыль, вроде бы все правильно было просчитано. Смотрите, вот тут недалеко от нас находится именно фабрика, с помощью которой мы будем делать эти инструменты. Для того, чтобы поставить товар именно на эту фабрику, нам нужно будет проделать вот такой вот длинный путь. Аж вот сюда вот, где у нас находится именно переработка дерева в доски. А доски у нас, дерево у нас находится вот здесь. То есть мы будем доставлять дерево с отсюда на фабрику. Дерево будет перерабатываться в доски, и доски будут идти вот сюда вот, на вторую фабрику. Доски, естественно, будут превращаться в инструменты. Инструменты подаваться в город. Излишки инструментов будут отвозиться во второй город на вот этих вот составах. Вот эти вот вагончики, в принципе, позволяют передавать инструменты. Вот такая вот система. Кстати, за кадром я построил у нас кирпичную, настроил кирпичную поставочку в город, поставил отгрузочный пункт возле добычи камня, доставил этот камень на завод и делаем мы, естественно, кирпич. Кирпич пока не планирую передавать в другой город, потому что производство кирпича очень большое, может потом в будущем как-нибудь сделаем. Что, короче, поехали строить нашу дорогу. Нам нужна именно вот такая вот трасса. Ну, я думаю, приблизительно где-то широкая трасса. С 80 километрами нам будет достаточно. Проведем ее отсюда и вон туда вот. Давайте начнем, наверное, сзада. Начнем, наверное, с бревен. Бревна мы сюда проведем и потом уже будем все это дело делать. Видите, у нас тут есть некие неровности, которые нам будут мешать именно в постройке. Но я думаю, мы с ними разберемся. Начнем прокладывать наш маршрут потихонечку, не спеша. Я думаю, сейчас мы все подъемчики, все мы здесь решим. Давайте, пока я не забыл, сразу здесь поставлю у нас грузовую станцию, отгрузочный пункт. Так, развернись, пожалуйста, ты у нас будешь стоять вот здесь. Ты у нас будешь первый. Надеюсь, ты у нас будешь хорошо производить эти досточки.
бревнышки, то есть. Поехали сюда. Дорогу, наверное, пока не буду убирать. Может, я ее еще и использую. Проводим потихонечку. Так, проводим, проводим, проводим. Соединяется, да? Ну, давайте уберем, чтобы не мешалось. Вот здесь вот так вот разрушим. Именно, чтобы мы могли здесь проехать. И вперед дальше. Вот так вот. И у нас будет потом идти вот туда поворот. Так, если я тебя сейчас подсоединю-ка. Подсоединю-ка вот сюда. Вот, наверное, не хватит. Надо чуть-чуть ближе подсоединить, да? Да, наверное, чуть ближе надо подсоединить. Давайте тогда сейчас проведем чуточку дальше. Вот так вот. Вот так проведем. И потом уходим на поворот. Где у нас фабрика находится? Фабрика вон, вон там вот. Хорошо. Тогда вот так вот где-то сделаем поворот. Пускай будет. Давай-ка мы тебя сейчас проведем. И ты у нас покажешь, сможем мы достать или не сможем. Сможем или не сможем. Один из главных вопросов. Так, отгрузочный пункт находится у нас здесь. Если я, допустим, поставлю здесь. Нет, не хватает. Видите, сколько? Слишком далеко. Хорошо. Мы тогда поставим чуть-чуть ближе тебя. Вот так вот. Чтобы у нас грузовички могли заезжать, да? Так, достает? Сейчас посмотрю, где оно не сможет доставать. Так, вот здесь вот. Не достает? Вот, достает. Все. Идеально. Ставим. Вот это вот кусочек дороги я удаляю. Он, в принципе, мне не особо нравится. Давайте его просто вот так вот удалим. Вот так будет красивее. Ну и этот соединим. Пускай будет. Ух, слушайте, у нас уже появилась совсем другая дорога. Это хорошо. Это, в принципе, хорошо. Пускай здесь вот такой вот будет аппендицит. Мы, кстати, строили широкая трасса. Очень широкая. Давайте широкую трассу тогда модифицируем. Чего бы и нет, 100 километров. Чтобы уже потом сюда и не возвращаться. Это будет очень даже хорошо. Так, есть, есть, есть. Все, поехали строить дальше. Отлично прям. Прям вот, когда нужно. Вон оно. Нам надо вот так вот следовать. Потихонечку, потихонечку, не спеша. Вот так вот приблизительно. Возле города будем проезжать. Так, где там у нас получается? Сейчас прицелюсь. Отлично. Все, и потихонечку, чтобы у нас не было никаких мостов, нормально мы могли проезжать дальше. Так, 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 так. Отлично. Дорога немного у нас получается, да? Из-за этой дороги криво пошла. Сейчас мы это все исправим. Хочу, чтобы было ровно. Ровно и быстро. Так, есть. А вот теперь вот подсоединяйся. Где ты там хотела? На, подсоединяйся. Я же не против. Есть. Трассу прокладываем дальше. Вот здесь можно будет, в принципе, потом в будущем возле этой же трассы проложить железнодорожную ветку. Я думаю, было бы очень прикольно. Как раз и трасса идет. И можно ЖД-веточка такая будет рядом ездить поезда. Я думаю, это выглядело очень хорошо. Так, а ну-ка давай сюда вот так. Есть. Отлично. Вроде бы попадаем, да? Нормально, мы как раз возле нее проходим, и у нас будет там мост. Ой, как хорошо, слушайте. Прям идеально ровно ложится дорога. Прям как я и хотел. У нас еще как раз поездов плюсик, он миллиончик почти пришел, да? Есть, тут у нас будет отъезд. И давай-ка мы пока вот здесь. И мост. Мост, мост. Вот такой вот у нас мост будет хороший. Давай мы тебя вот таким сделаем. Сколько? 200 тысяч построить. И поворотик давай. Вот такой вот поворотик. Отлично. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Сейчас мы с высоты посмотрим, насколько мы его ровненьким сделали. Ну, мне кажется, очень ровный получился. Очень-при-очень ровный получился. Есть. Поднимаемся с высоты птичьего полета. Подсмотрим. О, та-та-да. Красота. Красота. Ровненько получилось. Очень ровненько. Мне нравится. Так, давайте-ка проведем вот здесь вот так вот. И поставим здесь отгрузочный пункт следующий. Так, ты здесь. Если мы посмотрим, насколько мы будем быстро в плюс уходить. Так, есть. Ставься. Хорошо. Тут у нас стоит, тут у нас стоит. Все, нормально. Везде у нас стоят. Отгрузочные пункты, теперь нужно назвать линию, провести линию.
с отсюда начнем. У нас будет это инструменты, чтобы не путаться. Так. Инструменты. Готово. Есть. И погнали. Начинаем мы с бревен. Везем их на лесопилку. Распиливаем в доски. Доски доставляем на фабрику. Вот сюда, вот. Фабрика, естественно, сделает нам инструменты. Инструменты мы будем передавать в город. На вот этот вот склад. Когда у нас будет излишек, этот склад будет передавать сюда. И этот склад будет передавать инструменты, получается, на отгрузочную станцию железнодорожную. А ЖД будет уже увозить. Посмотрим, как это все будет действовать. Я думаю, будет все хорошо. Очень ровно построил. Красивенько. Красивенько. Еще и плюс скоростная трасса. Сколько мы будем запускать транспорта? Ну, будем смотреть по деньгам. Давайте по чуть-чуть будем запускать. У нас на данный момент 700 тысяч. Это получается 10 машин мы сможем пока запустить первые, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Первые 10 машин запускаем на линию инструменты. Еще у нас денежек хватает. Ну, давайте еще купим, насколько хватит. Насколько хватит, настолько и купим. Так, давайте 5 купим. На 5 хватит. 1, 2, 3, 4, 5. 5 хватит. Еще, да? Давайте еще 5. 1, 2, 3, 4, 5. 20 машин у нас выходит на линию. Выезжайте. Все, 20 машин у нас выехало. Отлично, поехали. Сейчас посмотрим, насколько у нас частота, динамика, инструменты. Написано 103 секунды. Хорошо. Посмотрим. Мы сейчас пока... Смотрите, мы даже не брали кредит. Мы смогли все это построить при своих доходах. У нас доход получается 1 миллион. При своих доходах мы построили вот такую вот системку. Если сейчас она начнет давать плюс, то в принципе до 950 года мы не то что выплатим весь кредит, мы еще и будем уходить в огромный плюс, что естественно мы сможем себе модернизировать ЖД веточку, добавить туда больше составов, и будет у нас ух-ух-ух добыча ух-ух-ух. Я сейчас хочу немножко проследовать за грузовичками, как они у нас, что они у нас там делают, как вообще идет загрузочка. То есть я по 10 запустил, 10, 1. Неплохо, в принципе, они едут, да? Ну да, я бы даже сказал отлично, а как оно с первого лица выглядит? Ай, хорошо. Ух ты! Ой-ой-ой, извините, ребят, я не хотел. Это там забуемого так непонятненько. Так, смотрим производство. Производство бревен у нас началось. Пока не доедут, будет как раз все хорошо. Знаете, что меня смущает? Меня смущает то, сколько здесь будет производства инструментов. Мы как бы по требованиям даем только доски, да, и у нас производятся инструменты. Если я не буду давать сталь, производство здесь сможет расти, модернизироваться, или оно остановится на каком-то графике? Мы сейчас это все узнаем, сейчас все это посмотрим. Так, у нас пока нету плюса, особо нету плюса. Надо сейчас посмотреть, что у нас идет по железнодорожной ветке. Сейчас, ребят, посмотрим. Так, стоп. Я хочу посмотреть, сколько ты вообще наполнения у нас идет. 56 пассажиров. Окей. А остается еще? Нет, всех пассажиров забирает. Всех пассажиров забирает. Надо сейчас посмотреть, какие у нас будут именно проблемы в городе во втором. Что там у нас есть? Кстати, старый поезд, надо бы его заменить. Но у нас пока нету средств на это. У нас пока нету средств. Частота у нас получается поездов составов 5 минут. Нам надо больше. Больше, чем 5 минут. Или 6 где-то составов делать, но быстрее. Или 9 составов, таких, которых у меня сейчас есть. Надо будет потом решить. Я думаю, до этого момента, когда у нас начнут идти хорошо денежки, уже будет видно. Кстати, начали мы уходить в плюс. Давайте сейчас посмотрим. Инструменты. Пока идем в минус. 115 тысяч. В общем, мы, получается, идем пока минус, да? Пока минус идем, но это где-то надо годик, может, два прогнать, чтобы у нас пошел плюс с инструмента. Вот так, тут у нас плюсы, в принципе, все хорошо. Угу. Так, приезжаем ко второму городу. Что у нас здесь находится?
принципе, все хорошо, да? Да, все хорошо, все развивается, дома уже стали повыше. У меня есть еще немножко тут один проектик, я не знаю, смогу ли я его сейчас сделать или нет. Денежек у нас не сильно много, да? Смотрите, здесь находится у нас завод по кирпичам, а здесь у нас находится добыча карьера, то есть камней. Можно будет просто банально сделать раз-два и с города Аркадак добывать именно денежку. Сейчас посмотрим. Давайте сейчас пока разберемся с инструментами, что у нас да как выходит. Первые я вижу доставочки начали идти. Что у нас по производству инструментов? Да, первые три инструмента были сделаны. Это хорошо. Частота. Я хочу посмотреть объем частоту. У нас 68. А сколько у нас потребляет город? Город у нас потребляет 99. То есть можно, в принципе, на линию запустить еще 10. Давайте так и сделаем. Запустим еще 10 машин на эту линию. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Денег нету. Денег нету. Денег нету. Запускаем, значит, 9 пока. 9 машин запускаем. Итого у нас на линии находится 8 машин. 28 машин. Нормально. Давайте сейчас я, ребят, буквально подожду годик. Сейчас у нас 6 марта 928 год. Сейчас я посмотрю, сколько у нас будет именно прибыль за 928 и 929 год. Начался, ребят, у нас 920 год, и у нас на счету плюс 1 миллион. Заметил я одну штуку, нам нужно еще добавить транспорта на линию инструменты, уже потихонечку начинают они уходить в плюс. Вообще начинает идти очень бешеный, быстрый плюс, можно даже будет потом отдать кредит. Ну, сейчас мы все потихонечку будем делать. Так, на ветке у нас инструменты находится 28 машинок. Давайте я, наверное, не пожлоблюсь и куплю 12. А чего бы и нет, да? 12 машин купим, запустим, как раз 40 машин, я думаю, это будет достаточно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 машин запускаем на линию инструменты и пускай катятся. Все, 40 машин. 40 машин я буду думать, что будет достаточно. В принципе, как я и думал, инструменты иногда попадают вот сюда вот. К сожалению, сейчас нет, но я вам потом покажу. Нету, да, пока инструментов. Как только будет излишек инструментов, ну, только полтора года прошло. Давайте, знаете, что сейчас сделаем? Вон там, где я показывал, где у нас нужны, можно будет сделать производство кирпича. Давайте, если мы видим возможность, с которой можно забрать деньги, чего бы ее и не сделать. Правильно? Правильно. Давайте, значит, сейчас поставим здесь дорогу. У нас денежки есть, тем более мы кредит не берем, да? Построим дорогу. Настроим это все хорошо. Настроим... Именно, чтобы у нас было производство кирпича и поставим его в город. И с этого поимеем прибыль. Так, значит, все дороги, которые здесь криворукие, разрушаем. Я не знаю, кто тут за пьяный их тут строил. Сейчас мы божеские дороги построим. Так, этот тоже кусочек пока убираем. Все, разрушили дороги. У нас уже 1 миллион в плюс. Ох, как мне это нравится. Как мне это нравится. Так, давайте вот эту вот 100-километровочку. Вот так вот. Где у нас производство? Производство спереди, да? Значит, просто по прямой проводим. И я думаю, мы быстро выскочим с минуса. Я думаю, в этой серии, может, если мы успеем в этой серии, то мы в этой серии мы начнем закупочку именно ЖД-вагонов, то есть ЖД-составов. И это будет хорошо. Если не успеем, тогда уже я перенесу это на следующую серию. Там посмотрим, насколько у нас сейчас будет много времени. Так, здесь мы построили, и давайте в город. В город, в город, в город. Мне нужно определиться, где его сбывать. Так, сколько у тебя вообще сбыт? Сбыт у тебя 62 штучки, и надо тебя поставить где-то здесь вот в центре. Хорошо, договорились. Давайте я разверну-ка. Вот так вот. Один домик нам надо будет всего лишь разрушить, да? Хорошо, берем домик. Нам нужна улица. Я говорю улица, вот такая вот. Два домика зацепляет. А есть улица немножко поменьше, чтобы один зацепляло? Да, есть улица немножко поменьше. Мы ее вот такую вот аппендицит делаем. Угу. И теперь ставим.
Отлично, захватывает все коммерческие зоны. Точка сбыта у нас кирпича есть. Поставили. Теперь мы настраиваем дорогу. Так, 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 так. Где у нас трасса? Вот она, широкополосная, 100 километров. От чего ты не можешь? Вот так вот. Хорошо. Теперь проводим вперед. Ой, какие плюса идут. Мне вот это вот нравится, когда идут плюса. Когда ты уже строишь не за кредитные деньги, с которые из тебя высчитывает, а именно уже строишь за свои. Все, отлично, построили. Теперь берем следующее, ставим здесь доставочку кирпичей. Так, где у нас? Развернись. Не могу здесь поставить, да? А мы чуть-чуть дальше поставим. Вот так вот. Чуточку дальше. Все, втулили. Отлично. И ставим вот здесь. Вот. Вот так вот. Ставься. Вот так. Не. А с другой стороны у нас получается перепад тоже такой большой или нет? Нет, такой же самый перепад, в принципе, шило на мыло поменял. Ну ладно, пускай уже будет здесь стоять. Есть, отлично. Поставили, там есть. Отсюда у нас приедут грузовички. Сейчас мы закупим, и у них будет вот такой вот длинный маршрут. Сейчас мы маршрут им выстроим. Так, есть. Это у нас получается... Что за город вообще? Это у нас непонятный город. Аркадак. Кирпичи Аркадак напишу просто, и все. Где он, кстати? Кирпичи у нас есть, да? Линия, кирпичи, Аркадак. А та вторая линия. А, вон они все, ребят. У меня пустые еще линии есть. Ой. Так, эту линию удалить. А вот эту вот линию давайте настроим. Или удалим. Настроим. Кирпичи, Аркадак. Аркадак. Кирпичи, есть такое дело. Теперь берем с отсюда грузовичок, потом едешь ты сюда и доставляешь его в город. Молодец. Все, сколько нам нужно приблизительно здесь частота? 61, ну где-то около минуты, я думаю. Мы уже почти в 2 миллиона плюс, офигеть. А что у нас линия дает инструменты? Линия инструменты начала давать плюс 600к. Офигеть. ЖД-ветка начала давать 1 миллион. Вот это да, ребята. Вот это я понимаю, плюсы. Вот это нормально. Так, купить дорожный транспорт. 10 давайте сначала запустим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 и... Ага. А почему я не вижу? Почему я не вижу линию, которую я создал? Линию, которую я... Аркадак, кирпичи я не вижу почему-то. Не вижу, ребят. Я не знаю почему. Наверное, надо там депо строить именно в том городе, да? Очень странно. Ладно, давайте сейчас продадимся. Продадим все, что купили, и там уже депо построим. Я так понимаю, нужно там прям депо строить. На отшибе. На отшибе, значит, вот здесь вот депо построю. На депо денежки есть, чего бы и нет. Сейчас мы проверим заодно. Так. Есть. Купить дорожный транспорт. 10 машин, я говорю. В эту сторону подведу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, купил. Да. Получается, нужно, чтобы депо находилось именно недалеко от этих. Все, у нас тут поставка пошла. Сейчас мы посмотрим, что у нас там с поставочкой именно инструментов. Давайте переместимся быстренько в город. Сюда. И посмотрим, что у нас здесь происходит. Вот инструменты, видели? Только что находились. И у нас паровоз едет с 11 инструментами. Отлично. Передается в следующий город. Вот они, инструменты собираются. Это хорошо. Это очень хорошо. То есть мы имеем двойную прибыль за то, что они привозят сюда в город. И излишки, получается, отдают следующему городу. Хотя, мне кажется, там производство специально налажено, чтобы на следующий город уже уходили вот эти вот инструменты. Что у нас здесь по производству? Скажи мне, пожалуйста.
Так, 30-40 получается, да? Пока растет производство, 40 может даже и будет и выше расти. Но посмотрим. На складах у нас есть все, все, все есть, все забирают. Можно будет как-нибудь придумать, как делать вот это вот технику. Технику, технику, технику. Для техники нужна будет сталь. Посмотреть, где находится ближайшая сталь и что у нас с этого выйдет. Так, ребятюнки, сейчас посмотрим. Смотрите, есть дело следующее. Можно сейчас немного отдать кредит. У нас сейчас минус 25 миллионов кредита. Выплатить сейчас 2 миллиона, допустим, да. Насобирать денег и купить еще состав. Я не знаю, сколько, один или два состава купить и запустить. На данный момент сейчас ездит три состава. Давайте сейчас посмотрим, что у нас по производству хлеба, как у нас идут графики. В принципе, одинаковые, стабильные идут, а потребление города у нас хорошее. То есть, в принципе, еще выдерживает пару составчиков. Видите, начали идти поставочки, кирпич, нормально все. А здесь у нас производство не очень большое, даже не успевает забирать, да? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Скачок сначала был, а теперь типа стабилизировалось. Нормально. Но посмотрим, как оно будет, хорошо или плохо. Нам надо сейчас еще плюс уйти. Мне надо посмотреть, сколько мы сейчас будем уходить в плюс. Ну что, ребят, делаем выводы. Идут у нас просто колоссальные плюсы. Очень большие плюса. Можно выходить даже на 2 миллиона именно в год плюсом. Если мы будем каждый год им отдавать именно по 2 миллиона, то мы сократим именно отдачу кредита не до 950 года, а естественно намного раньше. Давайте еще отдам кредит. Все, осталось у нас 21 миллион кредита, и мы уходим в плюс. Очень большой плюс. Ребят, у нас надо уже, в принципе, заменять подвижной состав, который у нас на ЖД. Вон, видите, какой он потрепанный, старый, старый, потрепанный. Уже меньше дает именно прибыли, так что нужно будет поменять на новый, современный, быстрый, если он, конечно, у нас на данный момент есть. В принципе, все хорошо выходит, все отлично, прибыль растет. Где-то по расчетам, если так нормально думать, то через годиков 5 я полностью смогу отдать весь долг. Полностью весь должочек отдать, и мы уже будем выходить свою чистую прибыль, с помощью которой мы будем и развиваться. Сейчас просто покажу веточки, посмотрите, какая идет прибыль. С ЖД-ветки у нас идет 1 миллион. С кирпича идет 161К+. С инструмента уйдет 337К+. Это инструменты еще не разогнались, ребят. Это только третий год идет именно. Я думаю, на четвертый и пятый год будет еще больше. Посмотрите, кирпич у нас идет именно доставочка в этот город, Кандалакаш, все время его неправильно называют, тоже 200 тысяч. И внутренние перевозки, именно еды и перевозок, тут совсем минуса, они работают именно, чтобы развозить продукты по городу. В принципе, все хорошо. Если тебе нравится данное прохождение, вот такая вот, плюсовое развитие именно по всей карте, и там кусок, логическое получается подключение веток и всего остального, то есть тебе, естественно, лайк, подписочка на канал, это мне будет очень приятно. И, естественно, мотивация к записи следующего видео. Всем пока, ребят, и до новых паровозиков. Увидимся.